Хей-хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы будем продолжать играть в замечательную игру под названием Chicken Farm 2К17. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах появляются топ-комментарии из предыдущего видео. Если вы хотите попасть в следующую подборку, обязательно оставляйте комментарий под этим роликом. И, друзья, как и обещал, я тут начинаю не с пустыми руками. 40 тысяч баксов! 40 тысяч, ребят, сразу же покупаем вот эту штуковину, она нам очень сильно поможет, потому что, смотрите, теперь у нас за один клик дается 3,7 доллара. Это огромная сумма, конечно же, нам это очень мощно поможет. Так, что у нас здесь? Давайте сразу же посмотрим. Здесь у нас пока что особо ничего интересного нет, еще ничего не открыто, поэтому предлагаю сразу какую-то сумму денег потратить на копченых ученых, потому что они нам по-любому помогут. У нас теперь тут почти все, точнее, даже не почти, абсолютно все забито учеными, и это очень даже неплохо. Так, тройная штуковина, это нам пока не нужна. Пока что мы обойдемся без нее. Поэтому пока, наверное, просто, знаете, что сделаем? Продадим, наверное, сингеров. 44 тысячи стоит каждый из них. То есть каждый сингер, по сути, дает нам... Сколько? 4, по-моему, сингера, если не ошибаюсь. Да, сколько он? Да, да, 4,5 сингера каждый дает из них. Ребят, это обалденно. 100 тысяч баксов мы получили просто... Просто на халяву, я даже не знаю, как это более подробно рассказать вам. Так, слушайте, ну я думаю, что давайте тогда еще двоих купим. У нас опять они будут набирать вес, все будет круто, и при этом мы сможем их продать опять же дороже. При этом у нас 85 тысяч еще остается, а это значит, что мы можем купить тройную корзиночку. На всякий случай, потом пригодится обязательно. А здесь можно купить еще вот эту штуковину, то есть у нас теперь еще есть место. В принципе, можно было бы даже сейчас еще копченых докупить, но я думаю, что нам и так хватит. На самом деле, я реально думаю, что нам и так хватит. Хотя, ну 35 стоит ли нам ждать? Ребят, вопрос сложный, я думаю, что пока давайте оставим так, как есть. Есть. И вот здесь, хотя смотрите, здесь нужно 700 исследований. Давайте купим еще копченых, реально, пускай будут, пускай будут. Вот еще троих я куплю, и потом, в случае чего, конечно же, продам. Давайте даже еще одного, чтобы в случае чего, опять же, мы могли их всех распродать. Это нам не проблема, это вообще очень даже просто. И купим вот эту штуковину за 50 тысяч, самая дорогая, и включаем. Смотрите, смотрите, 7,7 долларов мне автокликер приносит за один клик, ребят. За один клик, это офигеннейшая просто штука. На самом деле у меня есть ощущение, что в этой части мы, скорее всего, пройдем игру до конца. Ну, может быть, не до конца, это может быть предпоследняя часть, поэтому обязательно ставьте лайк, если вам нравится эта игра, ребят, чтобы чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующая часть. Это закон такой, просто закон мира Чинаски. Так, давайте посмотрим, что у нас по исследованиям, потому что 500 исследований накопилось, может быть, Dark Mage. Нет, нет, не будем мы его брать, потому что он, по сути, нам вообще сейчас никак не пригодится. Нам нужно накопить 535, чтобы у нас был вот этот Giant Fatty, огромный толстяк, который нам будет давать как раз основную сумму денег. Здесь, видите, все очень быстро накапливается, тут все вообще без каких-либо проблем. Так, ну, ребят, я даже не знаю, на самом деле, тут надо пока просто ждать, я так думаю, потому что пока 535 исследований не накопится, то он просто остается ждать, как бы здесь вообще без вариантов. Единственное, что мы можем сделать, пока ждем, это, конечно же, поднакопить побольше денег. Потому что в этом, конечно, тоже есть свой плюс. Нам не придется продавать сингеров сразу же, мы сможем сразу же купить Giant Fatty и вообще не париться, как бы. Смотрите, как быстро цып-цыпчики дают яйца теперь. Они просто вылетают у них прям просто без конца. Вот видите, щелчок, яйца падают. Сейчас щелчок, яйца падают. Просто без конца, ребят. Так, 516, тем временем нам нужно 535, то есть еще 19 мне нужно исследований. Блин, с одной стороны, конечно, много, с другой стороны, вот здесь вот 700 нужно, и вот это вообще жесть, потому что я понятия не имею, что там. Если мы открывали это в прошлый раз, то я уже не помню. Скорее всего, открывали, но я уже не помню, что там находится. Но я думаю, что мы откроем в этой серии, по крайней мере, я надеюсь, что мы откроем в этой серии, что же там такое лежит. Здесь нам осталось всего лишь 15. Ладно, давайте так сделаем. Я сейчас выключу запись и включу, когда у меня будет 535. Ну что, 532 у нас есть, и осталось дождаться всего лишь 3 исследования. Все, о, все, уже готово, ребят. И вот он наш прекрасный, огромнейший Giant Fatty. 120 тысяч он стоит за одного, просто за одного Giant Fatty. Но, смотрите, этот уже стоит 21, и это тоже уже стоит 21. То есть, по сути, 120, блин, нет, все равно не накапливается. Нам здесь нужно намного больше денег, реально очень много. Ну что, тогда включаем опять автокликер. Ребят, ну, я тут уже монтировать не буду, потому что по-честному надо будет вместе с вами это все посмотреть. К счастью, у нас с вами 7,7 долларов за один клик, это очень сильно нам поможет на самом деле.
А я тут думаю, что нам просто нужно ждать. Ждать, пока у нас накопится 120 тысяч. Единственное, что еще нам поможет, это то, что сингеры нам приносят. Слушайте, а я думаю, что можно даже немножечко так сделать. Смотрите, у нас пока только два сингера. А как насчет того, чтобы сделать как-нибудь вот так? Этого мы продаем, этого мы продаем. Здесь мы тоже продаем их по бокам. Как-нибудь, вот здесь шеф уже есть, и здесь этого тоже продаем. Мне кажется, что вот так должно быть. Так, покупаем два сингера, раз сюда, два сюда, и шефов. Мне кажется, что вот это будет очень прикольно. Два шефа, так, еще один шеф. Все, смотрите, теперь здесь 4, здесь 3, здесь 4 и здесь 4. Каждый сингер бафается, ну кроме вот этого, бафается 4 шефами. То есть, по сути, теперь должно быть все тоже очень даже быстро. У нас тут по 28 тысяч есть уже 2 готовых. И 2, которые будут потихоньку забафываться, которые нам будут давать определенные денежки. Даже не знаю, правда, сколько это займет времени. 120 тысяч долларов это достаточно много. Причем реально очень даже много. Поэтому я думаю, что может быть все-таки действительно смонтировать, чтобы вы уже не особо долго ждали и увидели конечный результат. Подождите буквально одну секунду, дорогие друзья. Ну что, ребят, в принципе, ждать оказалось совсем недолго, потому что здесь у меня уже каждый сингер стоит по 44 тысячи. Эти стоят чуть дешевле, 18 и 14, кстати, странно, почему они по-разному стоят. Но это, собственно, и не важно, потому что я так думаю, что нам хватит и вот этих. Буквально вот еще чуть-чуть. Вот этого продаем, и у нас 120 тысяч долларов, дорогие друзья. Покупаем, конечно же, сразу Giant Fatty, и вот он у нас есть, такой маленький, прекрасный. Ну, я бы не назвал его, конечно, маленьким, если честно, он очень даже огромный. Блин, вот единственное, что мне его надо пересадить, и мне его надо пересадить, причем, скорее всего, как-то вот так вот. Даже как-то вот этого, наверное, можно будет уже продать. Потому что, ну, я цепчиков в любом случае буду продавать рано или поздно. Смотрите, какое у него яйцо. Сразу 100 с чем-то баксов нам приносит. И да, по сути, цепчики будут потихоньку уже продаваться, потому что они нам уже особо нужны не будут. Сейчас мы будем сосредотачиваться именно на Giant Fatty. И, кстати говоря, можем потихонечку уже накапливать на нового сингера. Ну, тут он стоит 17 тысяч. Не знаю, по сути, нам нужны Giant Fatty, то есть это факт. Нам нужно как можно больше Giant Fatty для того, чтобы наши толстячки зарабатывали денежки. Вот так вот, оп, готово. Но сингеров тоже нельзя забывать, потому что они нам приносят основной доход, видите? То есть уже 8 тысяч долларов нам вот этот сингер уже принесет сейчас. Давайте еще немножечко покликаем, даже без автокликера, потому что сейчас мне нужно дополнительные деньги. Нужно еще этого сингера купить, чтобы у нас все было четко. Так, давай. Кстати говоря, его можно пересадить сюда, например, его вот сюда, а его вот сюда. Вот. Вот это тоже бомба, потому что теперь он 4 бафается сразу, это еще нам намного выгоднее. Так, давайте еще немножечко, 10 тысяч нам нужно заработать в любом случае прямо сейчас. Так, 9800, 9900 и десяточка. Есть. Покупаем сразу еще одного сингера, ставим его на этот раз вот сюда, меняем местами вот так, тут целая мозаика уже получается. И этот сингер теперь тоже бафается 4 шефами. В принципе, нам можно еще одного посадить сюда, потому что, смотрите, мы сделаем здесь вот такую вот мозаику. Нет, этого мы передвинуть не можем. Мне, похоже, не хватает одного шефа, кажется так, кажется да, кажется одного не хватает. Ну тогда мы этого ученого копченого продадим, конечно, и купим просто еще одного шефа. Даже не вот этого, вот этого продадим, он дороже стоит. 140, да, у них, похоже, максимальная цена 140. Ну, в принципе, почему бы и нет, меня все устраивает на самом деле, потому что здесь у нас уже все идет достаточно четко. Я бы на самом деле продал еще вот этих двух и купил бы еще одного толстячка на сегодняшнюю серию. Было бы вообще просто идеально. А может быть купить, блин, зря я на самом деле отложил цепцыпчиков, продал их. Можно было вот сюда вот поставить, у меня же тройная, я забыл, что купил тройную эту корзинку, и они бы все равно нормально все делали. В принципе, можно все равно их, конечно, купить, но я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Так, можно его немножко пощекотать, чтобы у него яйцо выпало. Что мы можем еще купить здесь? Кого мы можем купить такого не сильно важного, но который нам принесет доход какой-то? Можно было, ну, я не знаю, не особо хочется тратить деньги, потому что сингер нам все равно нужен в любом случае, поэтому нужно, скорее всего, подождать. Этот уже 27 тысяч стоит. В общем, конечно, не очень долго ждать придется. Конечно же, не очень долго, потому что вот за счет вот этого, мы сейчас очень быстро вылезем вперед. Очень быстро. Надо просто вот чуточку подождать, совсем чуть-чуть. Так, 596 здесь есть. 700. Вот это мне очень интересно, потому что здесь буквально 104 исследования осталось. И все, мы откроем самое последнее. Смотрите, у нас все уже открыто.
Ну, конечно, кроме еще вот этого последнего. Но мы знаем, кто тут есть, мы это знаем. Это нам придется сделать для того, чтобы полностью игру пройти. Мы с вами договорились, что когда у нас все клетки, вот эти все ячейки будут забиты последней курочкой. Кто не смотрел, обязательно посмотрите предыдущее видео. Или там предыдущее, там он обязательно будет раскрыт. Тогда мы прошли игру. Тогда будет считаться, что мы прошли игру. Так, 5700 уже, 5800. В принципе, мы уже исследователей можем продавать по 140, потому что сейчас они нам уже вообще не нужны. А, стоп, там еще 700 будет, да. За 600 мы сейчас открыли девелопера, но нам нужно будет еще за 700 открыть вот эту штуковину. Поэтому пока что всех продавать не буду. Но, по сути, здесь уже 34 тысячи, здесь 13. По-моему, максимальная цена у них 44 тысячи, поэтому мы еще немножко подождем, чтобы потом продать их. Хотя, зачем ждать, ребят? Зачем ждать? Так ведь мы сможем намного быстрее зарабатывать, потому что я сейчас куплю сразу нескольких. Смотрите, раз, два, три. Сразу троих купил, и в этом намного больше профита, потому что вместо того, чтобы ждать, когда он станет 40, мы сейчас будем ждать, когда все они станут лучше. Ну, это же круче. Мне кажется, что круче. Так, вот этого мне, наверное, надо уже опять продать, потому что здесь мне нужен еще один шеф. Да, скорее всего, мы так и сделаем, потому что, ну, сами понимаете, цитывчики уже свою работу, ребята, сделали. По сути, реально, они сделали уже то, что от них требовалось. Теперь нужно просто ждать потихонечку, когда они нам, как бы, будут занимать лишнее место, ну и тогда мы, конечно, их всех продадим. Надеюсь, что в хорошие руки. Цып-цыпчики в хорошие руки. Раздаю почти бесплатно $2200. Угу. Здесь у нас Сингер 18, здесь 6, здесь 6. Ну, зато смотрите, этот уже стоит 360 тысяч, ребят. За сколько мы его покупали, напомните? За 120. А уже 360. Продаем. Не будем ждать. Продаем сразу. Покупаем еще двоих. И здесь вот надо уже тоже внимательно сделать. Цып-цыпчиков этих тоже продаем. И мне нужен еще шеф. Да, ребят, теперь все будет забиваться именно таким образом. Шефы и толстячки. Толстячки и шефы. Все именно вот так вот и будет. Так, здесь 4, здесь 4. Самое главное мы сделали. Самое главное мы сделали. И у меня, в принципе, хватает на еще одного толстячка, ребят. Реально, по сути, хватает. Как мы сделаем? Я думаю, что можно продать Сингера. Вот этого, например, 22 тысячи он уже стоит. Поэтому его мы продаем. Ага, как бы мне... Это уже реально загадка. То есть тут уже надо действительно продумывать, каким образом мы будем их ставить, чтобы еще и яйца их желательно падали в корзину. Можно вот так вот поставить. Вот. Это довольно просто. А, нет, смотрите. Не получится. Вот так надо теперь делать. Вот. Теперь тройное все попадает сюда. Цып-цыпчиков всех продаем. Сейчас они нам реально уже особо не нужны. Ну, можно вот этого пока ставить, чтобы он тоже хоть немножечко нам приносил денежек. Вау, ребята, уже 3 толстяка. Это очень-очень даже круто. Очень даже круто. Сколько они тут стоят? Пока что по 80 тысяч, но очень скоро они будут стоить дороже. И тогда мы с вами сможем купить себе еще дополнительно, дополнительных толстячков. Блин, по сути, нам уже не важно, падают яйца в корзину или нет, ребят. Вот честно вам скажу, если кто еще не понял, это реально не важно. Потому что мы сейчас уже зарабатываем на том, что перепродаем курочек. То есть, конечно, яйца-то приносят какие-то дополнительные деньги. Кстати, смотрите, что я здесь нашел. Тут, оказывается, можно смотреть, сколько стоит каждое яйцо. А вот это что такое? Ой, блин, случайно даже вышлась из игры и переключила меня куда-то в... Это, наверное, Твиттер и Фейсбук. Ну, не столь это важно, ребят, смотрите, тут можно выбрать цвет курсора. Кстати, может быть, выберем, давайте вот такому, типа, цвет перышка куриного. И здесь, видите, сколько стоит каждое яйцо. Вот мы сейчас набиваем вот это, 151-200. Фиолетового яйца, по-моему, у меня еще не... А, или он... Нет, по-моему, 154, а 154 это... Да, это вот это вот. Фиолетового такого у меня еще не было ни разу. Не знаю, какая курочка несет такие яйца. Но, в принципе, это не так уж нам и важно. Так, 158 он уже стоит, кстати говоря, ребятки. Это очень даже тоже неплохо. И я думаю, что можно уже его на самом деле продать. Не будем особо долго ждать. Сейчас он еще немножечко забафается еще один раз. Так, 158, давай, давай, немножко забафайся, еще последний раз забафайся. И я тебя... Вот, 177, это уже бомба. 120, блин. Хотя, наверное, надо было немножко еще подождать, потому что я что-то не подумал о том, что я только одного смогу купить на эти деньги. Сейчас 120 тысяч надо еще заработать, ну, получается, 8 еще. Так, давайте, помогайте мне, курочки, помогайте. Нужно еще 8 тысяч заработать, в принципе, я могу его продать. Все, и теперь мы можем двоих купить. Все, огонь, ребят, этого кладем сюда, например.
Этого можно уже продать. Так, этот бафается тремя шефами. Да уж, ребят, на самом деле это не так уж просто все понять, как мне их распределить, чтобы они вот под этими тремя корзинами были, и при этом, чтобы еще и шефы их бафали по максимуму. Пока у меня их только 4, но у меня при этом уже 600 тысяч долларов. В общем, мне кажется, что у нас все идет очень круто, дорогие друзья. Так, здесь мы тоже продаем за офигенные денежки. Здесь тоже... А, нет, 16 тысяч, а можно было за 44 продать. Что-то я не подумал. Ну, опять же, это нам уже не так важно. Этого тоже продаем, и вот этого тоже продаем. И покупаем еще одного толстячка, пожалуйста, вот еще один. И вот сюда мы его сразу ставим, и у нас уже 4 штуки. О, вот эта ферма, ребят. Вы подумайте только, если бы на самом деле в мире где-то была такая ферма, где столько толстяков. Это же просто жесть. Причем еще какие-то розовые мутагенные яйца несут. Это вообще капец полный. Ладно, нам нужно сюда еще одного поставить. И я думаю, что даже можно двух, в принципе, поставить. Но для этого надо будет купить еще одного шефа. Давайте этого продадим и покупаем еще одного шефа. Где ты? Вот он. Отлично. Этого шефа кладем сюда. Все, у нас уже готова есть клеточка такая из шефов для еще одного. Кстати говоря, мне не очень нравится. Давайте цып-цыпчиков продадим и клеточку эту сделаем вот здесь. Потому что тогда яйца будут падать все еще в нужную корзину. И здесь уже никак нельзя сделать лучше. Потому что у нас будет реально раз, два, три, четыре, пять. Ровно 5 толстяков, которые работают на нас. Это уже кое-что, ребята. Реально, это уже кое-что. 120 тысяч этот стоит. Этот по 80... О, 268, ребят. Вот, 283 уже. Обалденно, давайте сразу его продадим и купим двоих. Все, вот так вот очень даже просто у нас с вами это получается. Этого кладем сюда, этого кладем сюда. И все, у нас 5 толстяков готово. Да уж, ребят, получилось очень неплохо. Мне очень даже нравится вот эта вот вся такая пирамида толстяков, можно сказать. И я так думаю, что можно потихонечку уже заканчивать, дорогие друзья. Если вы хотите как можно скорее увидеть следующую серию Chicken Farm 2K17, обязательно ставьте лайкосик, потому что чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующая серия. Также не забываем подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, потому что YouTube в последнее время мало оповещений дает. Обязательно поставьте колокольчик, если еще не поставили. И, конечно же, оставляйте комментарии, чтобы попасть в топ в следующем видео. С вами же был Чинаски, я всех люблю. Начнем мы с того, что вы просто будем заставлять офигенно нашу ферму. И до скорой встречи, дорогие друзья. Пока-пока.